Челы, заходите на стримы. Так, ну поехали отрабатывать первую смену. Кошечка сидит, смотрите. Киска. Здорово, говорит. Добро пожаловать на пост водителя автобуса в свой первый день. Так, собирай всех пассажиров, так сказать, на остановке и дропай их. Блин, тут диалоги сами проигрываются, я не успеваю все переводить, увы. Also banned. Кисечка. Шипит. Пумба Кэт. Так, открыть двери. Закрыть двери. Хорошо. Дворники. Ага. Все хорошо, да? Так, ну что ж, мы готовы, друзья? Поехали. К нашим первым пассажирам. Навстречу. Интересно, здесь левосторонние или правосторонние движения? Понял, левосторонние. Окей. Откройте, говорит, дверь, молодой человек. Проходите, пожилой человек. Якубович, прошу. Ну, 661, остановите, пожалуйста. Вот вам билетик ваш, так сказать. Закрываем дверки. Кто-нибудь помнит номер остановки, на которой нельзя останавливаться? Там что-то сказалось про номер остановки, на которой нельзя останавливаться? Я все прослушал, если мне не понравилось вступление в игру, потому что слишком все как-то сумбурно произошло. Еще диалоги сами скипались. Так, я могу смотреть, кстати, назад. На 660-й никого нет. Спокойно едем, чилим под музычку, кайф. Нельзя останавливаться на остановке после 600 бас-стоппинг. Чё? Security cameras. Да вроде все в порядке. Так, на 660-то нифига тут дорога, конечно. Тут нам нужно высадить этого мужичка. Приятного дня, сэр. Поехали дальше. На остановке никого не подобрали. Едем. Охренеть, вот это, конечно, дорога. Ничего себе. Сейчас автобус завалится на бок просто. Гладьте киску, чтобы оставаться спокойным. А где вообще уровень моего спокойствия, интересно? Не, пускай музыка играет, музыка это топ. Ничего себе. Какой-то чел выехал. Так, откроем двери. Прошу, молодая леди. Так. Где вас высаживать? Вы мне скажете, нет?
Ничего не сказал? А почему на камерах никого нет? Это какие-то типа особые места, которых я не вижу вот так вот, если оборачиваюсь. Опа. Интересно. Пора погладить киску. Так, еще одна женщина. Добрый вечер, говорит водитель. Здравствуйте. Люблю дружелюбных пассажиров, которые здороваются. Да, и вам приятной поездки. Та какая-то слишком, ну такая, может она интроверт, может она просто села, хотела доехать. Странно, что она не сказала о том, куда она хочет ехать. Просто села и сидит. Может у нее случилось что-то в жизни, знаете. Плохой день, и она просто хочет прокатиться вечерком по этому маршруту автобусному. Ни о чем не думая, так сказать, погрузиться в свои мысли. О, погодите, только не этот ебаный автобус, говорит сэр. Сэр, вас что-то не нравится? Не, в пизду. Не этот ебаный автобус. Я, бля, может, тупой нахуй, но я никогда на этот автобус не сяду. Он просто ушел. Так, начали какие-то очень странные дела происходить, ребят. Давайте проверим, как там наши пассажиры. Я отсюда плохо вижу вот ту первую женщину, которая молчаливая, да? Но с этой женщиной мы в контакте, так сказать. С нами пассажиры, с нами киска, которая нас защитит. Бастовин, то есть нам сейчас нужно будет остановиться. А, ну то есть кнопка вот эта вот типа сигнал означает то, что нужно остановиться на следующей остановке, видимо. Да, тот парень был прав. Плохие вайбы в этом автобусе. Спасибо, водитель. Оставайтесь как бы в безопасности. Будьте здоровы, говорю. Дождик пошел, блин. И все дамы ушли из нашего салона, ребят. Мы остались наедине с киской. Кто-то нажал кнопку. Но кто? Киска, очень странные дела, ты же не шалишь? Наш салон пуст, в автобусе никого. Стоп, стоп, стоп. Don't stop, написано. 666, я не буду останавливаться здесь. На 666 мы останавливаться не будем. Плохое предзнаменование. Даже знаки говорили нам о том, что не стоит. И вроде оператор нас вначале предупреждал. Мурчи, мурчи. Что за нахер? Окей, я остановлюсь здесь, но здесь никого нет. Что если я открою здесь дверь? Возможно, я выпустил нечестивый дух наружу, ребят. Окей. Что-то не так. В камере что-то было видно. Так, давайте остановимся. Пустой автобус — это плохо. Никогда не бывает хорошо.
много свободных мест, что плохого-то? Садитесь, сэр. Признайся, ты пукнул и решил проветрить. Как-то тревожно начинается. Нет, если бы я пукнул, я бы не хотел проветривать. Кто там? Блин, я не вижу того щела. Слишком темно. Окей. Злобо! Это ваша остановка, сэр? Хорошо, блядь, сейчас я вас выпущу. Не волнуйтесь. Да поможет тебе Господь, говорит. И вам хорошего дня. Семьсот первая остановочка. Здравствуйте, сэр. У вас какая-то необычная ряса, как будто вы из секты. Вы же не из секты, верно, сэр? Кажется, вы из секты, да, сэр? Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я довезу вас в целости и сохранности. Мой автобус ускорился. О, черт, какого дьявола? Я не могу остановиться? О, черт, я не могу остановиться. Дьявол. Мой руль, блядь. Ноу-стоппинг. Так, он идет. Киска мурчит на ухо. Это единственное, что меня успокаивает. Эндинг 1 из 5. Winner, winner, dear dinner. Тут есть разные концовки. Давайте попробуем еще какую-нибудь концовку открыть. Так, что нам говорят? Давайте я еще раз постараюсь внимательно прослушать. Добро пожаловать на борт вашего автобуса. Так, поднимайте, собирайте набор всех пассажиров, так сказать. После того, как они будут звенеть. Остановка после 665 не обслуживается. Она может выглядеть нормальной, но идите нахуй. Так, двигайтесь. Не паникуйте. Да, и вы можете гладить кисточку. Хорошо, я предлагаю сейчас посмотреть самую быструю концовку, друзья. Winner, winner, консервная банка динер. Концовка 3 из 5. Это неправильная работа для вас.
Окей, давайте теперь попробуем подобрать мужика с 666 остановки. Да, извините, я забыл закрыть дверь. Спасибо, говорит, дед, ты ушел. Ну, выглядит не так уж и плохо. Так, на какой остановке был вот этот черт в рясе? Я не буду его сажать в этот раз. На 701, да? 701, здесь никого нет в этот раз. Я просто работал здесь. Ха? Чё? Но каким образом? Мы же делали вообще все не по инструкции. Мы остановились... Мы пропустили всех пассажиров, блядь. Мы довезли деда до какой-то ебаной остановки. Мы подняли чела с 666 остановки и просто довезли его до 701 и выжили. То есть нужно было вообще полностью не руководствоваться инструкциями, и тогда ты все сделаешь идеально? Это странно. Окей. Есть еще вторая и четвертая концовка. Но я даже не знаю, если честно. Хотим мы их пробовать как-то? Что еще можно такое попробовать? Ехать и не подбирать никого? Maybe. Можешь полностью развернуться? Я могу полностью развернуться, но тут не сказать, что прям круто. Нет, я не буду никого подбирать. Почему-то мне кажется, что если мы не будем никого подбирать, то мы просто так же выживем и все. Ничего не произойдет. О, пошел дождик. Он такой моросящий пока. Давайте завязаем. Что-нибудь вообще поменяется? Check engine. Эндинг 4 из 5. Вы уволены. Окей, ладно. Остается только концовка 2. Как ее интересно получить? Надо типа кота не гладить до последнего, и как только ты начнешь всхлипывать, надо будет оглянуться назад, и это триггернет что-то для концовки. И движок нагреть. Как его нагреть? Типа, ездить не останавливаешь, что ли? Не гладить кота. То есть мне нужно офнуть радио? А где вообще санитиметр-то, я даже не понимаю. А, тут вообще можно что-то офнуть. То есть вот этот санитиметр?
Окей, ну он сейчас повышается. Но почему-то, когда я посмотрел на скример, он начал понижаться. Он возле остановок понижается, да? Так, лады, едем. Может, нам ехать по встречке? А мне можно оборачиваться или нет? Или пока что не стоит? Так, сердечко начинает стучать. Когда появится надпись. Окей. Меня уволили. Но надписи не было никакой. Так надписи же никакой не было. Где надпись-то должна появиться-то, блядь? Я все ждал этой надписи. Ладно, короче, давайте еще разок попробуем. Нам нужно подобрать деда первого, чтобы нас не уволили слишком быстро. Если просто остановиться и стоять, то ничего не будет происходить. Он не будет копиться, по идее. Хотя, может и будет. Не, будет, кстати, будет. Don't look back. Эндинг 2 из 5, паник механик. Окей. Так, ну мы прошли игру на все концовки, друзья. Замечательно, можем ролить next.